Итак, что у нас тут есть? PDB F405 мини-стак, 35-амперный. Что-то я думал, я заказал больше, 20 на 20. Посмотрим на ее комплектацию, потому что, по-моему, кто-то жаловался, что она бедновата по сравнению с 700. Поэтому даже интересно, что в ней есть. Что же в ней есть? Так, ну инструкция. Нет, не инструкция, мануал. Логично, что стек это полетник и регули. Ну, кстати, у меня, конечно, немного было с PDB. Я слышал, что про них есть некие нарекания. Но, по крайней мере, в чем им не откажешь, так это в качестве. Потому что вот были у меня другие полетники, на которых схемы были напаяны криво. И визуально они были не очень. Это вроде как все нормально. Так, самое интересное, это комплектация. Что, типа, вместе с ним приходит нам коробки. Там, если он приходит, конечно, пустой, это беда, печаль. Но, по крайней мере, он приходит не пустой. Что у нас здесь есть? У нас есть кондер, у нас есть XT30, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Похоже, что это DJI 6, да, то есть на одном конце у него 6, на другом 8. Это DJI 3, судя по всему. Это, походу, на сам кабель для стека. Отлично. М3-шный набор. Набор М3 болтостоек и гамми. Как резинок. Это тоже неплохо. И почему-то на порядок беднее набор М2-шных. То есть М2-шные у нас есть 4 пластиковых именно гаечки, 4 стойки, ну, 4 болта, еще 4 болта другой длины, подлиннее, это, наверное, 25 резиновых колец, которые есть и здесь, и одна резинка. Это странно. То есть здесь у нас что? Здесь у нас те же 5 гаек, 5 резинок, еще 4 резинки и 5 резиновых колец. Да, судя по всему, они все-таки, наверное, рассчитывают, что мы это все будем собирать на М3, а не на М2. Потому что... Не, ну я, конечно, понимаю, что можно... Рано все равно. Можно, конечно, М3-шные гамми поставить и в них воткнуть М2-шные эти, но и болтаться это будет как никак. Вот. Не очень, как бы, действительно богатая комплектация, но, с другой стороны, что мы еще хотели? Этот есть кабель. Короткий, кстати. Кабель 30 очень короткий. Ну, не так, чтобы очень короткий, но бывают и подлиннее. Кондер достаточно толстый. Я так понимаю, это их любимый. 35 вольт. 470 мини-микро-мили-аппарат. Да. Ну, с другой стороны, и цена, в общем-то, у стека весьма... А, господи, все. Простите. Великодушно, простите меня, с PDB, что же я такой слепошара. Резинки для М2, они же уже установлены. То есть у нас уже 8 резинок установлены, как в полете. 4 резинки в полетнике, 4 резинки в регуле. Поэтому их, естественно, в комплектации лежит меньше. Если мы хотим собраться на М3, вот тогда мы их заменим на М3-шные. Заменять их, кстати, будет весело, поскольку они не с краю, а в центре платы. И в общем-то, туда ненавижу засовывать. Вот. Ну, а визуально прям меня устраивает. Он вот так вот, я так понимаю, должен собираться. Достаточно большая у них рассчитана изначально высота между стеком и полетником. Между регулем и полетником. Мне нравится. Не могу сказать, что это прям вверх чего-то там, но добротно все напаяно. Ничего не криво, как у некоторых, неважно, у какой компании. Ну, в общем, вот и все. Вот и вся комплектация. Распаковка первого полетника. Ура, завершена.